Давно понятно, что русский народ просто хотят извести и изничтожить. Это подняли зарплату на 100 рублей, подняли цены на 100 тысяч. Ну, вот такие вот у нас люди. И выход есть. А, сейчас же ругать власти нельзя. Все, новый закон. Что не то сказал, посадят на 15 суток. Яйца теперь в Амурской области продают девятками, чтоб народ не видел роста цены. Почитайте АСН-24. Если мне кто-то скажет, не нравится, уезжай, я ему скажу, СССР здесь был до РФ, поэтому не нравится тебе, ты уезжай. Я призываю амурчан задуматься. А что будет, если вдруг все амурчане, нас немного, начнут массово требовать возвращения гражданства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики взамен навязанное нам незаконно гражданство РФ? Кто-то скажет, что они равны РФ и РСФСР, тот глубоко заблуждается. После 1991 года нам, амурчанам, насильно, в наглую поменяли гражданство Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на гражданство РФ. Капитализм и социализм. Третьего пока не придумано. Социализм в своем высшем развитии приходит к коммунизму, а капитализм в своем высшем развитии приходит к фашизму. То есть РСФСР была социалистическое государство, это стало капиталистическое. С батей своим тоже на эту тему общался, он говорит, моя, говорит, мамка, ну, моя бабуля, баба Лида, получала 30 рублей когда-то в колхозе, или в совхозе. Я говорю, батя, а где теперь та деревня, где она получала 30 рублей? Нету ее больше. Что делать? Вы посмотрите новости. Посмотрите новости. По всей стране народ щемят. И русские мужички молчат. Русские мужички молчат, так вот нас всех и перебьют. Начнут. В Приморье катехон назначен. Катехон. Поинтересуйтесь, что это такое. Это удерживающий. Но не доудерживается он. Эвакуируется в Японию. Вот так. Что такое фашизм? Ну, произошло это все от слова фасции, фашина. У нас фашину можно посмотреть на эмблемах судов и судебных приставов. Требуйте возвращения гражданства РСФСР взамен незаконно введенного гражданства РФ. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Нам, друзья, если мы останемся при капитализме, нам просто хана. Русский народ, он тогда не нужен. Останется несколько миллионов человек трубу обслуживать. И то не русских. Русские рабы плохие. Есть гораздо более лучшие рабы. С вами был Роман Халиман. Познавайте, не тупите. Смотрите, что происходит. Не верьте лицемерным, Киселевым и прочей фигне. А, сейчас же ругать власти нельзя. Все, новый закон. Что не то сказал, посадят на 15 суток. Ладно, кто из нас и посидит по 15 суток, но потом кому-то придется и на столбах повисеть. Я не пугаю, я констатирую факт. Так оно было и так оно будет. Слава СССР!